Всем здрасте, меня зовут Настя, и сегодня на моем канале прекрасная гостья Лина. Привет! Обязательно подписывайтесь на Линин инстаграм, ссылочка будет в описании под видео. А мы сегодня будем делать повседневный макияж, потому что с Линой у нас очень разный мейк, и покажем вам, как мы можем выглядеть каждый день, если мы куда-то идем. Выходить из дома — это такое себе, да, пользуюсь этим очень редко. Первым делом я наношу увлажняющую сыворотку от Organic Show Kitchen. А я крем. Я это не прочитаю. Express makeover. Oh my gosh. Oh my gosh. You know? Чтобы кожа не плакала под тонны макияжа, нужно обязательно ее увлажнить. Но я обычно уходовую косметику покупаю просто, типа, ну, для любого типа кожи нормально, подойдет. Ой, мне очень сложно подбирать, потому что у меня кожа чувствительная, постоянно чуть что не все. Аллергия, здравствуйте. Я вот начинаю с бровей. После увлажнения. А я начинаю в станалке. Видите, насколько мы разные, но все-таки мы вместе. Не было видно. Сердечко? Да. Заново. Чалами заносим базу. У меня чисто сыворотка, кремушек и достаточно на этом. У меня чисто сыворотка, кремушек, база. Бровки, как всегда, по нашей линии просто. Никаких новшеств я не изобретала. Но брови всегда равные получаются? Нет. Иногда они разные. Всегда разные. Это, мне кажется, норма, потому что мы несимметричные, и поэтому макияж тоже должен быть несимметричный. Мы вообще-то реально несимметричны, поэтому... You know? Брови должны быть подружками, а не сестрами, как бы. Смотри, какой у меня спонжик есть. О, силиконовый? Не знаю. Да, это силиконовый спонж. И как он тебе? Я пользовалась однажды, мне не очень зашло. Собрались как-то косплеерша и тиктокерша в одной комнате. Начали снимать видео на YouTube. Сняли видео на YouTube. YouTube, oh my gosh. YouTube? YouTube. 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 Sorry, you guys. Know. Sorry. Я кончик рисую пожирнее в плане цвета, чтобы он прям был это, ну, такой, как будто... Видно было с другой планеты? Да, как будто я углем хорошенько. Потому что черные волосы, я теперь имею право углем рисовать себе брови. Instagram брови. 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 Do you speak English? Брови. Когда ты очень хочешь быть American girl, но ты Russian girl. Чтобы вы понимали, у нас сейчас в комнате находится стримерша, косплеерша и тиктокерша. За кадром. У меня кончики посеклись. Все, ребят, заканчиваем видео срочно. Ужас какой-то. Я, значит, вчера решила... Да, трэш. Перебивать, прекрати. Еще на своем канале. Я вчера, значит, решила покрасить свои брови черной краской, да. Я так часто делаю. И у меня вчера не было настроения, поэтому у меня вот такие брови получились просто. И кривые такие. Я просто стерла такая, ну, потом в следующий раз, когда будет настроение. У вас тоже такое есть, что вот, когда нет настроения, ничего не получается? Лина, а как вы давно косплеем занимаетесь? Это твой канал, на нем только ты говоришь. Ну, я тебе задала вопрос, я Юрий Дудь. Здравствуйте, Елена, сколько вы зарабатываете? Нуля, говорите. Ноль. Ладно, Дудь из меня очень плохой, до свидания. До свидания. Косплеем, сколько я уже занимаюсь? С 18 года? Это сколько лет? 4 года? 18, 19, 24. 4 года. Я считаю на пальцах до сих пор, Гая. Я тоже. Это нормально. После бровей я рисую сразу себе стрелки. Тоналка у меня на последний почти идет, поэтому я не парюсь, чтобы я могла 1500 раз смыть с себя подводку, ну, и не париться. Как накрашусь, так накрашусь. Стрелочки обычно я рисую так, чтобы ими можно было заколоть кого-нибудь. И вывожу стрелочку на рост ресниц. Линию роста ресниц. Красить стрелки вот так вот издалека — это вообще неудобно. Просто ты такая закончишь краситься, а я еще на канале. Так, ну, с тоналкой мы закончили. Дальше я наношу румяна на глаза. Что за румяна? От NYX. NYX. Я очень люблю, когда стрелки больше, чем, в принципе, все твое лицо. Чтобы оно прям вот так, мне так вот с бровями соединено было. И брови на все лицо. Что ты сейчас делаешь? Что ты делаешь? Почему ты ничего не говоришь? Я наношу, как это называется, скульптор. Скульптор. Я. Пусть будет скульптор. Yes. На все лицо. Просто вместо того. Так. Контурируешь. Что? Подбородок. Скулки.
глаза, нос, губы. На все лицо. Все лицо. Guys. Все, у меня включилась American Girl, чисто you guys, know? Guys, you know, все лицо, yeah? Face, face, you know, think about. У меня такая фигня, короче, начинается, если у меня что-то начинает чесаться на лице, и если я не почешу, у меня потом все лицо начинает чесаться. Я ненавижу красить подводкой вот так издалека, потому что я ничего не вижу. Неудобно будет. Я уже разучилась краситься на камеру. Раньше это делала постоянно. А сейчас я никогда не красилась на камеру. Я считаю, что слюни лучшее средство очищения от макияжа. Немножко сюда контуринга, немножко туда. Правильно, неправильно. Мне так нравится. Брови лайнер. Тоже от NYX. Ничего, вся косметика от NYX. Почти. Это не реклама, ребят. Это не реклама. К сожалению. Здесь могла бы быть наша реклама. Ой, если вы слышите, как наш сосед сверлит свою сраную стену, то поставьте лайк. Мне кажется, он сверлит просто к нам окошко уже. Ага. После того, как мы накрасили наши стрелочки, да, стрелочки называются, я беру тональную основу. Это что вообще? Я не знаю, какая-то корейская тональная основа, мне ее посоветовали, я вот ей пользуюсь, найс. И чуть-чуть наношу на наше лицо, потому что я не люблю, когда у меня прям пленка в повседневном макияже. Я люблю, когда чуть-чуть выровнять тон своей кожи, и все. Сейчас такая нанесла тоналку, припудрила, еще раз нанесла тоналку, припудрила. Как вы боретесь? Почему у меня вторая бровь какая-то не от мира сего? Ну вот что? Нормальная бровь? Нет, она меня бесит. Так. Мне вот этот очень нравится. Пау! Штука прикольная. Лайнер этот? Да. То, что так раз, волосками. Клево. Вообще для косплея прикольно. Можно еще бороду нарисовать. Дальше я использую румяшечки. Это от какого-то бренда Cue Best. Я не знаю, это какой-то алиэкспрессный бренд. Я наношу обычно их прям возле глаза и растушевываю к виску и чуть-чуть к носику. Начала делать румяшку, я вспомнила, что до бейкинга у меня же нос идет. Я не всегда на повседневку рисую нос себе, но очень часто бывает, хотя бы немножко выделю его. Я беру обычную такую плотно набитую кисть, немножко пушистую, и вот такой вот коричневый оттенок. Я надеюсь, было видно. Дальше мы рисуем тени, стрелки, что там? Стрелки, тени. Стрелки. Я совсем немножко его выделю, я не буду сильно. Добавлю просто немножко теней. У нас тут собака чечетку танцует на полу. Такие звуки поэтому. Консилером я не пользуюсь в повседневной жизни или очень редко, когда, ну, у меня прям синяки под глазами вот отсюда доходят. Теперь пудра какая-то с Валберис, я не знаю, даже Revolution Pro какой-то. Я просто купила самое дешевое. Немножечко подпечем наше лицо. Делаем запеканочку на нем. Пока наша пудра запекается, мы с вами сделаем хайлайтер. Наносим на переносицу. А, и пока все. Зачем я делала хайлайтер? Стряхиваем. Сначала с подбородочка, потом со лба, а теперь с носика. Дурацкие стрелки. Теперь мы берем хайлайтер от La Mer и наносим его на наши скулки посильнее, чтобы с Марса нас все видели. Рисуем дальше губы. Чем ты рисуешь губы? Тенями. Тем же самыми тенями? Да. Лена у нас немножечко обводит внутреннюю часть губ, правильно? Внутренний уголок, хотела сказать. Да, внутреннюю часть. На уголках и рисую уголки. Да. Зачем? Просто так, потому что мне так нравится. И теперь немножечко на внутренний уголок глаза хайлайтер сделаем и выведем вниз, на нижнее. И немножечко хайлайтера под бровку наносим. Губки я просто наношу немножко красного оттенка на губы, пальчиком тушую, чтобы немножечко просто придать им больше яркости. Губы рисую тенями, будто у меня нет косметики. Помада у меня, кстати, от NYX, приколдесная, мне понравилась. Мне очень редко что нравится от NYX, вот это прикольное. Мы накрасим с вами пока что реснички, кюллер берем, накручиваем. Только я веснушки пойду, наверное, в ванну делать, потому что я тут засру все. Да, это под конец просто сделаешь. Часто очень я кюллер сначала подогреваю феном, чтобы он лучше закрутил реснички. Но сейчас не буду этого делать, это не так важно. Для повседневной жизни я редко это делаю. Сначала замазываю мешки под глазами, потом их рисую. С самим макияжем мы почти закончили. Осталось сделать пару штрихов, и мы к вам вернемся. Вот что у нас получилось. Сколько мы потратили на это времени? Минут 30.
минут 30 мы потратили, потому что уже рука набилась. Раньше я такой макияж делала примерно часа полтора. Можно идти на свиданицы. Упаси. Магазин за хлебом. Да. Магазинчик, выбросить мусор. Теперь я готова выбросить выйти мусор, из дома. Но мы сегодня не выйдем из дома. Нет. Накрасились просто для видоса. Ставьте лайк за эти старания. Всем большое спасибо вам, ребят, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Точно, точно, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Инстаграм. Мы очень сильно вас любим, целуем и обнимаем. Пока-пока.